Все нормальные люди, в 7 утра в субботу еще явно спят. Но у нас сегодня будет встреча со многими друзьями, которых мы очень хорошо знаем, но знаем только через интернет. А сегодня наконец-то познакомимся уже вживую. Есть, конечно, свои плюсы в том, что ты штурм. Всегда можно поспать. А у нас на дворе уже зима. Ну что, подъезжаем в Лужники. Сейчас будет тест-драйв от Toyota. Ну что, мы приехали на мероприятие. Смотрите, сколько Toyota, да? Это вот действительно Land Cruiser Land, практически одни Toyota. Ну и наш, конечно, супер бродяга здесь. Когда-то именно здесь, на этом месте, год назад был старт ралли «Шелковый путь». Как раз приезжал сюда к ребятам, знакомился с командой Suprotec Racing. Ну и по итогу мы стали партнерами нашей экспедиции «Евразийская карта». Так что это уже такое некое культовое место. Слушай, очень холодно. Сегодня настоящая зима пришла, но при этом народ начинает подтягиваться. Все-таки еще утро. Народ уже потихонечку подходит. Монстряга. Трехосная. Ну что, встретились с ребятами, с организаторами. Сказали нам, что будет. Есть вот такой сценарий, который я типа уже смотрел дома. Ну и как обычно буду импровизировать. В целом, все очень прикольно. Ну что, надо срочно что-то докупать. Патронтажик, чехольчик под волыну. Так, смотри, полнавка. Да. Здесь дают вот такие вот Land Cruiser бабки, да, которые можно обменять вот на такую вкусную еду. Сейчас я взял бургерское, а вот там есть оленина, я позже вернусь за оленину. Все, у нас специально, чтобы не задувало, мы уже подготовлены. Ну что, встретились с ребятами. Давай я поснимаю, как ты снимаешь, как давай, ты снимаешь. Встретились с ребятами, мы уже знакомы, такое ощущение, как будто 1000 лет, да. Там Facebook, Instagram, все, но вживую ни разу не видели. Все друг от друга знаем. Да, теперь мы вообще знакомы, 1000 сообщений в Instagram. Земель. Да, мой тоже земель. Я тоже с севера, то есть с другой стороны, ну ладно. Так что крутяк, вы что, записались? Где встречаются не москвичи, в Москве. В Москве, да, правильно. Андрей? Вот так вот они встречи проходят. Богдан нам сказал, надо обниматься. Это нормальная тема. Так, Кость, садись сюда, я туда к Владе сяду. 14 тысяч километров, температура до минус 50 градусов. Команда отважных путешественников и, конечно, автомобили Toyota Land Cruiser, не прошедшие предварительно никакой дополнительной подготовки. Именно этому посвящен наш день, потому что вот даже на этих автомобилях, которые представлены на тест-драйве, вы можете прямо сейчас взять и уехать на самую холодную точку всего земного шара. И эти автомобили справятся. Полюс холода, 59-я широта, Евразийское кольцо, арт-директор журнала New Jet, член Русского географического общества Богдан Булычев. Ваши аплодисменты, друзья мои! Здравствуйте! Сначала хотел бы показать ролик с нашей экспедиции. Посмотрите, какая была красота, а после вам расскажу много всего интересного и отвечу на ваши вопросы. Ну, а что касаемо целей, у нас было несколько целей. В первую очередь нам хотелось популяризовать именно туризм. Туризм зимний, туризм в северном регионе. И, знаете, очень много экспедиций, путешественники ездят на Кольский полуостров, на Ямал. А Якутия почему-то такая вот дальняя и неизведанная. Якутия и Чукотка. И вот мы приняли решение поехать в Якутию. В ожидании тест-драйва здесь на втором этаже для вас чай, кофе и горячий обед. То мы отслеживаем этот хэштег и самые яркие, интересные. Ну, а у нас прошел час с предыдущего тренинга. Разговаривать. Да, здравствуйте, привет. Ну что, сейчас
немножко запишем экшена прямо здесь, прямо в эпицентре событий, а были мы только что вот там. А не задом. Что-то ты это, на летней резине вышла. Моя обшлосенья резина, так что не надо, не пистонная. Ну что, хороший ведущий Дмитрий и еще хороший муж Богдан. Отхожу туда. Дорогие друзья, у нас в гостях в Land Cruiser Land руководитель экспедиции «Полюс холода» Богдан Булычев. Богдан, привет! Первый вопрос, наверное, классический. Что для тебя автомобиль Toyota и как он показал себя в этой экспедиции? Ну, машина показала себя очень хорошо. Наверное, основным критерием надежности, основным критерием комфорта, удобства и вообще всего-всего – это то, что мы вернулись сюда, то, что мы позитивны и полны решимости двигаться дальше в наших экспедициях на этих автомобилях, что мы делаем. Расскажи о том, что автомобиль Toyota в этом путешествии был, наверное, даже больше, чем автомобиль, а уже дом, вот об этом. Ну, действительно, машина для нас и дом, и спальня, то есть, потому что мы там и мылись, и готовили еду, и спали, то есть это прям наш друг стал. И по приезду из нашей полярной экспедиции я сразу купил себе тоже Land Cruiser 200, потому что друзей не бросаем. Я хотел выкупить этого, но у меня не получилось. Расскажи подробнее о подготовке автомобиля. Что-то спецподготовка какая-то была или это штатная? Комплектация штатная. Из спецподготовки был арктический тюнинг, права на которую мы запатентовали. Это картонная коробка перед радиатором, термоодеяло специально автомобильное на двигатель и веселая команда в салоне. Обалдеть. То есть даже штатный автомобиль, который сошел с завода, может покорить самую холодную вершину. Даже штатный автомобиль может покорить не только полюс холода, потому что в нем есть все для того, чтобы путешествовать с комфортом и безопасно. Спасибо. Пожалуйста. А ты видео снимаешь? А мы снимаем, да. Делаем... А мы снимаем видео, как ты снимаешь? Подожди, делаешь? Давай я поснимаю видео, как ты снимаешь видео. Видео, как тебя снимают на видео, как ты, на видео. Мы снимаем видео, как они снимают видео, Надежда, а то, как тогда мы снимаем видео. Вот именно так, смотрите, как путешественники смотрите, собираются. Как они друг друга снимают. Ну все, давайте. Очередное препятствие на Land Cruiser Land — это плавающая гать, имитирующая баллон. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Выглядит очень эффектно со стороны, а в салоне еще страшнее. Давай, давай, добавь газу. Несы, несы. Не зная, можно немножко даже сэкономить в трусы. Ну что, напомню, что в каждой машине, помимо водителя, который сюда приглашен, сидит инструктор. Инструктор сидит на пассажирском сиденье, а назад с собой можно взять девушку, жену, друзей, шашлык, мангал, ну и, конечно, мясо. Опять за моей спиной очередное приключение в пещере, качели в бассейн называется. Это, ну, я его так назвал. Сейчас пойдем посмотрим, как это все выглядит. Отсюда машины выезжают. После определенной качели ты попадаешь в бассейн. Ах, как хорошо принять душ в этот осенний холодный вечер.
Мы, кстати, примерно так же штурмовали в Арктике наледи. Оп, надежные машины. За это я и люблю Toyota. Погнали дальше. Ну что, а вот тот самый спуск с горы. 45 градусов здесь. Но, как говорят местные старожилы, которые здесь уже не один день, на самом деле подниматься страшнее. Спускаться вроде как на лайте. Но тоже могу сказать, что мало приятного. Да, пропатывает. Сейчас девушка прилипнет к стеклу лобовому. Вот это будет тест-драйв. Давай, давай, отпускай. Я боюсь отпустить. Да, отпускай, не бойся. Ты ж сына в армию отпустила, говорит ей инструктор. Ну что, пока тут кто-то на Тойотах ездит, мы выгребаем дальше. Сейчас, кстати, у нас будет очередная встреча. И сейчас мы расскажем про наш полюс холода. Что-то холодно плыть мне в камышах. Поехали прокатимся на Тойоте. Лодка, транспорт хороший, но Тойота гораздо надежнее. Поехали. А можно я фото, кстати? А. Перед тем, как отправляться, нужно сделать фотографию. Мы же в конец отмороженный. Аккуратно. Так, ну что, мы сели. Буду снимать от лица пассажира. Впереди у нас водитель. А это у вас работает? Ага. Окей. Да. Ну что, друзья, в общем, мы... Как я и обещал, сели в автомобиль, нам достался Hilux, в нем, кстати, еще ни разу не ездил, на двухсотке и на прадике, как вы знаете, все, что можно и нельзя, мы проехали. И Россию, и Европу, и Азию, а вот на Hilux я еду впервые. Ну, по ощущениям, он для меня, конечно, немножко тесноват, признаюсь честно. Он тесноват, но, знаете, такое ощущение, как будто я в легковушке, то есть немножко ноги у меня вперед, то есть нет этой командирской посадки, как на Прадо и на Крузаке, но в целом мне нравится. Так, прилы, да? Угу. То есть можно дрифтить? Ну, это вряд ли, поскольку система стабилизации не дремлет. Ну что, едем на диагональное вывешивание, будем держать руль двумя руками и ехать примерно с такой скоростью. Чуть-чуть правее. Ну, что я могу сказать? Я даже не заметил какого-то вывешивания. Надо было прям медленно подъехать, чтобы она прям вывесилась. Вы же знаете, мы любим дать под сраку Toyota. Экспедицию, я, наверное, уже могу вам сказать, что в феврале этой зимой мы отправляемся в наше очередное арктическое путешествие. Поедем мы на пикапах, потому что нам нужно будет везти по полтонны топлива. Это будет рекордная экспедиция для рекорда России и книги рекордов Гиннесса. Ребята, будет холодно, будет весело, но мы должны это делать. Есть два варианта. Либо нас утащит ледяной в Северный Ледовитый океан, либо мы все-таки до туда дойдем. Другого не дано. А сейчас поехали, кстати, дальше. Вот наш. Ну что, а сейчас мы заезжаем на гать, ту, которую мы снимали днем. Кадры той гати со стороны мы вам сейчас покажем. Вот сейчас будут эти кадры. Смотрите, как все это выглядит из кабины.
прокомментирую это. Знаете, со стороны выглядит настолько сыкотно, что я думал, что здесь я, ну, как бы так, немножко хапану экстрим. Либо машина отработала на 5 с плюсом, ну, либо я хороший водитель. Да нет, ну, действительно, мне так страшно, поэтому едем на горку. Надеюсь, что гора все-таки впрыснет в меня немножко адреналинчика и будет хоть немножко сыпать. Пока останавливаемся. Здравствуйте, девушка. До центра довезти? Нормально? Ну хорошо, ладно. Прописать поворот. Обычно я езжу спереди, сейчас я сижу сзади. Что могу сразу сказать? Гораздо, конечно, комфортнее в Land Cruiser 200-м, либо в Прадике, потому что, во-первых, здесь не отгибается спинка, то есть ты будешь все время сидеть с прямой спиной, это не очень комфортно, и для позвоночника будет очень тяжелая нагрузка. Плюс расстояние и в ширину, и в длину очень узенько, то есть ты не разляжешься здесь уже в полный рост и не сможешь отдохнуть так, как мог это сделать в горизонтальном положении в 200-ке. Вот, но в целом, в принципе, неплохо, если на небольшие расстояния. Как в Арктике, мне кажется, будет тяжеловато. Ух уж эти женские тест-драйвы. Ну что, мы доехали до тех самых качелек с водопадом, и все-таки сейчас мы врубим понижайку. Она здесь включается также через нейтралку. Мы включили нейтраль, включили переключатель в понижайку. Так, на приборе у нас 4LO. Можно двигаться. Включаем драйв. Поехали. Да. Друзья, мы доехали до самого интересного, до горки. Напомню, у нас 45 градусов подъем. По высоте, я думаю, что метров, наверное, 10. Сыкотно подниматься вверх должно быть. Спускаться должно быть проще. Мы сейчас включаем опять через нейтралочку понижаечку. И когда дойдет наша очередь, будем ехать вверх. В первую очередь мы сейчас затестим систему отката назад. Доехав до середины подъема, мы остановимся, нажмем на тормоз и уберем ноги с педали. Проверим, откатывается ли машина назад или нет. После этого продолжим движение наверх до вершины. На вершине затестим систему DAC, я ее называю DAC. И попробуем без участия ног спуститься просто при помощи системы помощи спуска с горы. Будет немножко очково, но когда нас это останавливало, поехали. Отпускаю. Держится. Поехали дальше. Вот так вот по кайфу надо, не спеша, потихонечку, потихонечку. Да ну как-то не страшно. Вот посмотрите вправо, посмотрите влево. Ну что,
мы включили систему ассистент, помощник спуска с горы. И сейчас будем пробовать без участия ног. Я отпускаю ногу с тормоза, и мы едем вниз. Давайте. Не, руль я держу, конечно. Я думал, все будет гораздо плавнее. Ну что, могу сказать, что реально даже не подъем был интересен, а был интересен спуск. На Хайлаксе я проехал первый раз, но могу сказать, что пикап, ну, довольно-таки интересен. Единственное, что все-таки я не смог нормально отстроить сиденье. Это действительно так. Наверное, просто потому, что было мало времени, ну, из-за того, что большая очередь. Немножко напрягла спина. То есть нужно все-таки вот получше его регулировать, особенно для дальних поездок. Но в целом, резюмируя, могу сказать, что отличная машина. И в своей экспедиции такую машину я обязательно взял бы и наверняка возьму. Желаю вам удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием отвечу. С вами был я, Богдан Булычев, и наше путешествие.